Мы часто приходим на рынок, выбираем машины и преимущество отдаем автомобилям из Германии. Почему? Почему люди охотно приобретают подержанные автомобили именно с таких стран, как Германия? Потому что там своевременно проводится все техническое обслуживание по регламенту ТО для каждой машины. Наши водители практически знают только, что нужно масло менять своевременно. Мы обладаем информацией, ну, по регламенту ТО каждой марки, каждой машины. И обслуживаем уже по регламенту ТО, как положено. Отечественный водитель часто думает, что купил машину, залил масло и катайся на ней всю жизнь. Так ли это? Ну, всю жизнь на масле на одном не прокатаешься. Машина заставит его поменять, но только с ремонтом. Лучше своевременно менять масла, тормозные жидкости, антифриз и так далее, нежели потом ремонтировать машину. Это все и заключается в списке обслуживания по пробегам, по времени и так далее. Мы часто приезжаем на сервис, допустим, банальный Mercedes или еще какую-нибудь другую машину. Нам говорят, едьте за комплектующими в одно место, в другое. Как у вас дело обстоит с этим? Ну, у нас очень большой выбор расходных материалов в наличии, очень большой выбор запчастей, и это все в наличии. Имеем, ну, возможность даже сразу на месте, ну, большинство проблем устранить. Даже самый банальный ремонт иногда требует квалификации и консультации с вышестоящей инстанцией. Вы это можете себе обеспечить? У нас линия Bosch сервис поддержка. Ну и сам подход профессиональный в любом отношении. То есть я покупаю автомобиль, даже поддержанный, приезжаю к вам на диагностику, вы мне его диагностируете, рекомендуете, через которое время я должен к вам приехать и что поменять? Да, обязательно. Все это объясняется, рассказывается, указывается, пробеги, все. Вся сервисная информация, все у нас есть. Если моя машина становится вот на таком учете, и я предпочитаю обслуживаться у вас, ко времени замены очередного агрегата вы уже готовы? Да, обязательно. В принципе, агрегаты не приходится менять, если они правильно обслуживаются. Лучше их обслуживать.